единство, таджикская сказка. Жил один человек, и три сына при нем. Жили они дружно и счастливо. Однажды счастье сказало тому человеку: «Я покидаю твой дом». Позвал тогда отец старшего сына и сказал: «Счастье собирается покинуть наш дом. Что ты на это скажешь?» «Пусть уходит, нам не счастье нужно, а наше единство», — отвечал старший сын. Потом отец спросил об этом среднего сына. Средний сын тоже ответил: «Пусть счастье уходит, зато у нас останется наша дружба». И, наконец, отец спросил об этом младшего сына. Младший сын ответил отцу так: «Счастье уйдет, но у нас останется наша сплоченность». И рассказал тот человек счастью об ответах трех сыновей. И счастье ответило: «Теперь никуда я от вас не уйду. Мое место там, где есть единство, дружба и сплоченность. А вы все едины не только в делах своих, но и в мыслях». Сказал так счастье и навсегда остался в доме того человека.